Жители Высокого мыса получили главный приз конкурса «Семья года Югры». Главный приз конкурса семьи Макуриных вручила губернатор Югры Наталья Комарова. В Ханты-Мансийске прошла церемония награждения окружного конкурса. Анатолий Федорович и Елена Валерьевна вместе уже 39 лет. Они вырастили трех дочерей и сейчас помогают воспитывать семерых внуков. Шутят, что скоро будут ждать правнуков, ведь старшей внучке уже 19. Большая семья Макуриных – педагогическая династия. Анатолий Федорович – учитель ОБЖ, Елена Валерьевна – педагог младших классов. Их дочери тоже преподают. Добавлю, Макурины будут представлять Югру на всероссийском конкурсе «Семья года». Мы познакомились после школы. Он был студентом, я поступила только, он уже был студентом нижнего. Я в поступила в педагогический. Очаровала вы вас. Педагоги. Ну, конечно, с первого взгляда. И на всю жизнь. Как ухаживали? Ну, какое тогда было ухаживание в 80-х годах? Ну, какое? Два билета в кино. Все. Все, развлечения. На последний ряд? Ну, хоть не на последний. Тогда еще мы до этого молоденькие были. Молоденькие. Это сейчас можно на последний ряд. Вы открыли и поделились с людьми самым дорогим семейными ценностями, рецептом счастливых отношений. Хотели вы это или не хотели, но мы поймали эту вашу птицу счастья и будем ее использовать. Всего на церемонию награждения конкурса приехали 15 семей со всего округа. Это призеры и победители в разных номинациях. Например, приз в категории «Древо жизни» получили семьи, которые воссоздали историю рода до 9 поколений. А также наградили трудовые династии, семьи коренных и малочисленных народов Севера, многодетные и молодые семьи, также так называемые «золотые семьи» – тех, кто живет в любви и согласии больше полувека. Надо просто уступать все время где-то. Не обязательно ругаться, не обязательно сердиться. Бывает, что без ругани нельзя, но тут же надо и мириться. Иначе есть по месяцам не рая, это тут же поругались, тут же и забыли. Наша бабушка и дедушка, Любовь Васильевна и Евгений Григорьевич, это большой пример для внуков, для детей, для правнуков. И все стараются равняться на бабушку Любу и на дедушку Женю во всем. В домашних делах, кто как готовит, кто как делает уборку. Мы до конца, наверное, еще не понимаем, что мы здесь делаем, как говорится, что мы действительно выиграли. Я думаю, это со временем потом мы поймем. Детки пока это точно не понимают. Для них это, ну, приехали. Бабушка с дедушкой гордятся точно, я знаю.